Добрый вечер. Вот такую теплицу Легенда Супер 4х5 с выносом с тамбура метр я собрал с сыном в 13 лет. Теплица, я вам скажу, супер на зависть соседям. Дверь заказал алюминиевую у себя в городе. Сейчас занимаюсь капельным поливом. Самое страшное для меня было это стеклить теплицу. Но, как оказалось, это не очень сложно. Я справился. Разбил, лопнуло всего одно стекло. И то угловое. Вот это большое стекло. Потому что задел при монтаже саморезом боковину. Просто надо быть внимательней при монтаже угловых профилей декоративных, вот этих вот накладочек, повнимательнее. Все так, все легко, все просто, но пришлось подумать, как, куда и что крепить. Сделал, постарался сделать красивые запилы, чтобы ничего не торчало. Как получилось, это была моя первый раз